Там же в Сочи в рамках форума «Мир и спорт» министр спорта России Виталий Мутко провел ряд встреч с зарубежными коллегами. Руководитель отечественного спорта побеседовал с министром спорта и молодежи Ирана Мохаммадом Аббаси. Речь шла об углублении сотрудничества в рамках меморандума, подписанного 9 лет назад, в частности, об обмене опытом и технологиями в сфере подготовки атлетов. Во второй половине дня Виталий Мутко посетил место строительства центра единоборств. Тренировочный комплекс будет готов к концу 2014 года и сможет принять не только борцов, но и гимнастов и тяжелоатлетов. Он станет важным элементом федеральной системы подготовительных баз по олимпийским видам спорта, развернуть которую планируется по всей стране. Здесь есть возможность не только готовиться к сезону, но и выходить из сезона, восстановление проводить или наоборот проводить перед сезоном, значит, такой сборы по физической подготовке.